Каждое прощание – борьба между одинокими сердцами. Опасна не любовь, а когда она уходит и не остается с нами. Что ты скажешь в час, который больше не наступит? Стало поздно, сейчас нас больше нет. Убеждена, что не гордость человека губит. Просто любви в нем больше нет. И не нужно ждать подачек жалких. Знай, что счастье и тебя найдет. И сколько ни пытайся ты бороться, человек захочет.